Совсем недавно Центр развития талантов Аль-Таир Республики Дагестан и руководство Каспийского лицея номер 13 подписали соглашение о сотрудничестве. 1 февраля на базе технопарка «Кванториума» состоялось первое совместное мероприятие, которое прошло в рамках Декады наук. Мы сегодня с вами проводим первое наше мероприятие, и оно не ушло далеко от момента подписания между нами соглашения. Я надеюсь на дальнейшее такое именно плодотворное, тесное сотрудничество. Чтобы это было соглашение не на бумаге, а это был такой действенный проект, который будет реализовываться постоянно. В мероприятии также приняли участие директор лицея Алина Ханамирова, представители региональных технопарков и кружков. Как отметили присутствующие, цель встречи является развитие и воспитание подрастающего поколения. В рамках мероприятия для воспитанника «Кванториума» приглашенные эксперты будут проводить мастер-классы по направлениям робототехники и искусственный интеллект, а также обмениваться опытом. Мы планируем провести секции, мастер-классы. После торжественной части дети будут слушать наших педагогов и их специалистов. В рамках Декады наук у нас интересные мероприятия по секциям. Там будут физика, химия, биология, робототехника, электроэнергетика и хай-тек. Отметим, что в рамках мероприятия воспитанники учреждения подготовили для гостей театральную постановку, посвященную освобождению Ленинграда от фашистов, которую вся страна отметила 27 января. Ребята показали трогательную и душевную сцену из жизни маленькой девочки, советской школьницы, которая с начала блокады вела дневник в записной книжке Тани Савичевой.